Да, всем привет, ребята. И Да, сейчас Кирилл я Притахи сказал мне, что он в камбэках ищет идейную компенсацию. Вот Ну расскажи да, то всем в есть, прямом ну эфире, что это означает. да, но цель нашей рубрики далеко не игра в шахматы. Это понятно, но а в чем цель нашей рубрики? Цель И что нашей такое рубрики идейная компенсация? Ты не уклоняйся от ответа. вообще нужно в какой-то момент нужно переименовать рубрику в «Отдайте мне мои пешечки». Вы чувствуете, как он умело уклоняется от ответа? Что такое идейная Ну я сейчас, компенсация? я тебе демонстрирую. Сейчас у тебя обычный Харакан стоит. Сейчас я тебе все покажу. Че ты какой вот нетерпеливый? Где идея в этом всем? Сейчас, подожди. Сейчас тебе будет идейная компенсация. Что, ты к НЦ8 пойдешь? Нет. Зачем ты запер своего слона? Это идейная компенсация. Так, у нас позиция нормальная пока. Стой. Все хорошо, не переживай. Ты делаешь очень сильные ходы, ты понимаешь? Так, Вот ладно. это первый уродливый ход, согласен. Мы После пойдем. конь d7 у черных уже получше было. Сейчас мы пойдем c6. Да его побьют сейчас. Ну, побьют, ничего страшного. Нет, не побили. В общем, пока Кирилл тут играет обычный каракан, я должен как-то развлекать публику. Идейная компенсация. Мы ее Так ищем у тебя сейчас. не хуже, за что здесь компенсация? Понимаешь, ее еще нужно найти. В этом все идили. Вот видишь, теперь у нас слабость на c6. Теперь хуже, да. Но это все равно не очень интересно. Теперь опять не хуже. Сейчас мы найдем что-нибудь. Обязательно что-нибудь найдем. Ну пока ты перекатываешь потихоньку. Сейчас конь e7 очень сильный ход есть. Очень сильный. Так. Ты имеешь в виду, что если сейчас просто отдашь этот материал, то я ничего не смогу сделать? Потому что позиция упростилась уж. Да, я имею в виду. Сейчас, конечно, 4 хороших хода. Пока Кирилл играет очень здраво. И на камбэк это не похоже абсолютно. В духе? В духе кого? Белых постепенно переигрывают. Так. Когда в 4, наверное, лучше. Мы ищем идейную компенсацию. Отстань от меня. Так у тебя лук. Ты зачем ты обыгрываешь людей? Где компенсация? Он сейчас придашь 4. Нет, не хочет. Вот у него, он убил своего слона только что. Это безграмотно, ферзь f5 сильнее. Ну, в принципе, никакой разницы. Пока просто образцовый перекат. Артем будет в восторге. Белого сильно хуже, как обычно в каракане бывает. Так. Ферзь d3 вот выигрывает в этой позиции, или ферзь e4, да? Ну, что конь приходит на d4, и белый получает мат. Где компенсация? Нет, у него мне нравится слон. Ну, он пытается, что ну, всего на конь d4, 0-1, тут уже что-то делаешь. Ну, хочет побить. Вот я висит вообще. Конь e2 еще висит, конь f3 висит. Это не Ты можешь угроза. Просто пешку на f5 съесть. Это не угроза. Вообще какой-то странный камбэк. Почему? Ну, потому что это не камбэк вовсе. А, участок зевнул коня, вот он тоже становится камбэком. Идейная компенсация. Все, понятно. Ну, как тебе? Не, ну теперь прорез. А я, кстати, не знаю, я смогу здесь что-то сделать или нет. Потому что фигур мало. В общем, партия странная впечатление. Почему странная? У нас сколько пешечек? Да ну тут какая разница, то есть... Что делать? А, да, ну пойдем на что? На ладья же 3. Вечный шах. Он не вечный. Там, кстати, нет, да. Он все равно защитится от него. Да, и теперь мы сможем взять пешку. Отлично. Как ты тонко отдать, спросил. Отдать на f7. Королевую. Это все так запланировано было. Та пешка была слишком важна. Так, теперь мы просто без слона за пешку. И грозит ладья c7. Это идейная компенсация. Так, защитились костные на ладья c7. Ну, мы на h5 защитили. Это главная угроза была. Так, а теперь ладья b2. Абсолютно без идей. Слон на g3, он такой тупой, но он все защищает. Это идейная компенсация. Может быть d4?
Да все вообще-то уж, по-моему, если честно. D4 надо играть. Так надо играть, единственный шанс. Зачем? Судей. Судей мат дать на H1. Ну, так-то проходит пока. Да, я хочу как защищец. Белый настолько ужасно поставит свои фигуры. Просто отвратительно. Ферзь же 6, видимо, ферзей менять с жертвой со сбросом качества и безнадежной позиции абсолютно. Давай добавим, может он найдет что-нибудь. Согласен. Ну, если найдет, будет молодец. Блин, у Сергея 2500. Это похвально. Не, да, он был полностью перекатан по белым полям. Это было очень красиво. Я прям наслаждался. Пока ты не отдал коня. Нет, ну, это же рубрика «Шахматный камбэк». Мы должны хоть что-то продемонстрировать. Какое-то спасение. Ну вот матом как-то сам склеился. Да, конечно. Когда я что-то делаю, это все само склеивается. Не, серьезно, а как защищаться? Да никак не защищаться. Ферзь же 6, един, видимо, лучший ход, просто сбросить здесь материал. Если слон 4, то ферзь h1, ладья g1, а если f3, то ферзь e2, ладья h1 тоже. И, короче, без качества играть? Угу. Ну зачем ты прибавил? Мне просто интересно, он все еще здесь или нет? Он вышел уже. В общем, ладно. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.